Доброго времени суток. Вот красили сегодня потолок наш. Отверстие под люстру сделали. И сейчас вот мой муж Александр кладет плитку. Напомню, что это задняя стенка печки. С той стороны у нас печка. А с этой стороны решили оформить вот такой плиточкой в виде кирпича. Изначально немного выравнивали цементом, а сейчас клеем на жаропрочный клей. И на данный момент это вот так вот выглядит. Но самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Какие у вас варианты? Может быть, что-то, какие-то идеи вас посещают? Может быть, они и нам пригодятся? И вот такая вот красивая плиточка сейчас вот клеится. Мой муж приклеивает сейчас, что-то там отмечает интересное. В общем, вот так вот. Такая плиточка.